Привет, меня зовут Маша Роденкова, я из Москвы, мне 25 лет. Сейчас я работаю инструктором по скейтборду, в основном тренирую детишек, но и взрослых тоже тренирую. Также у меня еще есть маленький свой проектик, может быть, кто-то слышал, Sex Socks, это носочки. Ну, для спорта, там, для путешествий и так далее. Мое хобби, это, конечно, все доски, всевозможные. Ну, зимой, конечно, больше катаюсь на сноуборде, горы, поездки, путешествия, это все я очень сильно люблю. Ну, летом в основном катаюсь больше на скейте, так как это связано с работой. Ну, и в основном сейчас еще освоила новый для себя спорт, это вейксерф. Это очень круто, так как нет океана под окном, поэтому приходится довольствоваться волной, которую создает катер. Вот, в принципе, все. Себе всех люблю, целую. Ребята, всем удачи, пока.